Все, господа, мы попали. Нас окружают козлы. Да, точно. Все, нам кранты завязли. Так, господа, пришла пора защитить свою честь. Доколе, господа, будем мы терпеть? Предлагаю открыть первую встречу тайного общества по борьбе с козлами. Мы мирные люди, но наш но нам надоело хамство и неуважение. А? Да, точно. Мы не террористы, мы антитеррористы. А? Да, точно. Мы знаем, что без козлов в жизни не бывает, но люди должны быть предупреждены. Мы хотим иметь возможность не нарваться на придурка, сидя в кафе или гуляя по улице. Иметь возможность обойти козла за километр. Воевать с ними бесполезно. А? Да, точно. На место одного приходят двое. Мы будем их метить и метить повсюду. А? Да, точно. Члены будут должны приветствовать друг друга поочередным миганием глазами. Правило клуба борьбы с козлами номер один – всем говорить о клубе борьбы с козлами. А? Да, точно. Так им козлам и надо, пускай знают. Ой, тут главное не переборщить. Да, точно. Понимаешь, тут еще есть одна такая тонкость. Некоторые козлы очень здорово маскируются под некозлов. А некозлы иногда ведут себя просто, ну, прямо хуже последних козлиных козлов. И когда козлы и некозлы ведут себя как козлы и некозлы, соответственно, то получается, что козлов отделяя от некозлов, можно путать и козлов с козлами.